Школа безопасности. В пятницу в детский лагерь «Огонек» приехала большая компания. Сотрудники УВД Ивановской области совместно со специалистами МЧС, ГИБДД, наркологами устроили единый день профилактики. Школьникам напомнили о правилах безопасности во всех сферах жизни и заодно познакомили с подразделениями полиции. Вы слышали, что здесь и участковая полиция, и сотрудник уголовного розыска, которого, наверное, из-за секретности не представили, да? Сыщик настоящий. Здесь кинолог, здесь специалист-эксперт, криминалист, который, если вы захотите, откатает вам пальцы и даст вам такую возможность откатать пальцы друга. Для маленьких зрителей устроили несколько интересных мастер-классов. Впечатлила школьников работа кинологов. Служебной собаке предстояло определить по запаху вещь одного из отдыхающих ребят. Впечатление от успеха хоть отбавляй. И, конечно, порадовала школьников возможность познакомиться поближе с работой криминалиста. Ну, например, кто-то, например, украл драгоценную вещь, и они приехали на место происшествия, и следы ищут, смотрят следы везде, отпечатки пальцев, а потом по этим отпечаткам пальцев и следов они ищут преступника.